Пойдем встречать. Вот. Здравствуйте, да. Проходите, пожалуйста. Актер Вячеслав Гришечкин сыграл много характерных персонажей в сериалах. Широкую известность ему принесла роль замполита по фамилии Староконь в «Солдатах». Что это такое? Думал, что трусики с сердцем по центру – это апофеоз. А у них тут, оказывается, крысы разгуливают, как у себя в квартире. Кто здесь хозяин? Вы или крысы? Ну-ка, быстро навести порядок. Но мало кто знает, что сыгравший несгибаемого военного артист уже год в депрессии. Гришечкин не может смириться со смертью своей супруги Анны. Ну вот, собственно, наше жилище. Почему наше? Потому что для меня моя жена, которая ушла, к сожалению, год назад. Бень! Тихо! Тихо! Она все равно жива. Актер ничего не менял в квартире после смерти своей супруги. Время в его доме словно остановилось. Ну, целая история. Целая история жизни. Поэтому, говорят, время лечит. Нет, не лечит. Нет. Глупости. Ну, все связано с Анькой. Их роман был похож на запутанный сценарий сериала. В свои 25 Гришечкин сыграл двойную свадьбу. Женился в один день со своим другом Олегом. Избранницами приятелей стали художницы по костюмам Аня и Маша. Никто тогда не мог подумать, что через 5 лет невесту Олега уведет именно Гришечкин. Две свадьбы в один день в одном ЗАГСе. На свадьбе было 250 человек. Да. Ну, гулять-то гулять. Олег с Аней. С моей будущей женой уже. И я с Машей. Первый брат. А гости-то одни и те же. Я не скажу, что я Казанова или Дон Жуан. Но я любил Машу. Поэтому появился плод, как моя дочь Оля. А по-другому быть не могло. Но некие чувства переполнили, и я стал жить сам. Это жизнь. Семейное счастье Вячеслава и Анны продлилось 25 лет. Супруги отметили серебряную свадьбу. Через неделю после торжества жена Гришечкина ушла из жизни. Она год боролась с онкологией. Но ни лучшие врачи, ни дорогостоящее лечение не помогли. Анюта умерла 8 июня 2017 года. Для меня мой день рождения перестал существовать. Потому что у меня 28 июня. Все, что связано в июне с восьмерками. Вот календарь остался, он стоит 8 июня. Так он и есть. Заглушить боль потери Гришечкин решил работой. Он то на съемках, то гастролирует с театром. Дома бывает редко. Однако эта квартира по-прежнему дорога Вячеславу. Ему важно, чтобы каждая вещь здесь осталась неизменной. Ведь все это – память об Анне. Инструмент. Анюта играла, любила это дело на гитаре. Вот. Я не могу долго про нее, я плачу. Не могу. А любимый артисту напоминает и это кольцо, с которым Вячеслав не расстается. Оно сделано на заказ из украшений Анны. Это память об Ане. Это тут 32 бриллианта, маленькие по периметру, по мавзолею, как я называю, это мой друг сделал. А здесь внутри, ну, побрякушки, которые я дарил Анечке. Всю свою любовь артист дарит дочке Оле от первого брака и четвероногому другу Бенни, которого взял из приюта. Слышишь меня? Да? Да? Морда моя сладкая. Я обожаю, просто обожаю. Слюнявиться особо не надо, потому что как бы все-таки я мужчина, и поэтому надо держаться и быть в седле. Потому что... Потому что жизнь идет, понимаешь? В любом случае, надо относиться ко всему... с позиции жизни. Такова жизнь. Се ля ви.